Добро пожаловать в передачу «Биржа идей». Я Гай Шоун, познакомлю вас с новостями и мнениями мира бизнеса. Сегодняшний выпуск посвящен космическому туризму. Оторвемся от Земли, чтобы узнать, что это новое направление означает для будущего индустрии путешествий. И велика ли опасность, исходящая от космического мусора? Мы отправимся в Италию, чтобы познакомиться с компанией, пытающейся очистить космос. В прошлом году космонавтика добилась крупных успехов. Компания Virgin Galactic, Blue Origin и SpaceX организовали чисто туристические орбитальные полеты. НАСА посадила на Марс еще один марсоход, а на орбиту Земли был выведен крупнейший в истории телескоп. В космические технологии было вложено рекордное количество денег. Аналитики компании Morgan Stanley прогнозируют, что суммарная стоимость космической отрасли достигнет к 2030 году триллиона долларов. Объем частных инвестиций в космонавтику достиг в прошлом году рекордных 10 миллиардов долларов. В 2021 году был также поставлен рекорд по количеству успешных космических запусков — 132. Больше всех запусков совершил Китай. Американцы лидируют по количеству запусков, организованных частными компаниями. В этом году ожидаются новые туристические запуски, а также миссии на Луну и Марс. Одно из самых заметных частных предприятий, занимающихся коммерческими запусками, Virgin Orbit, принадлежащее конгломерату Virgin Group. Основана она была в 2017 году, но на базе проектов, действовавших с середины 90-х. Дан Харт, глава Virgin Orbit, с нами на связи из Нью-Йорка. Дан, добро пожаловать в нашу программу. У вашей компании есть конкуренты. В чем ваше преимущество перед ними? Мы привнесли новые технологии. В прошлом году впервые в истории авиационное жидкое топливо позволило вывести спутники на орбиту. Об этом говорили на протяжении десятилетий. Попытки такие делались неоднократно. У нашей ракеты, например, есть два двигателя для каждой ступени. А у наших конкурентов от 5 до 11 двигателей, что создает проблемы с точки зрения надежности и стоимости. Наконец, гибкость нашего подхода позволяет нам находить недоступные для других рынки, потому что мы можем взять аэродром в любой точке мира и за несколько недель превратить его в космодром. Компания Virgin Orbit начала этот год блестяще, с выхода на биржу NASDAQ и с нового запуска. Какие дальнейшие планы? Что ваша компания планирует сделать в следующие полгода? У нас есть несколько направлений развития. Первое, мы будем увеличивать количество запусков. Вы увидите больше запусков, больше предложений для наших клиентов по выводу их оборудования на орбиту. Вы увидите, как наша компания переходит в режим регулярных запусков. Спасибо, Дан. Итак, Virgin Orbit готовится к насыщенному году. Следующие запуски должны произойти в Великобритании и Японии. Мы ожидаем новые запуски. А как насчет прошлых запусков? С 50-х годов в космос были запущены тысячи ракет. От них остались на орбите тысячи обломков. По данным НАСА, в настоящее время на орбите находится 23 тысячи обломков размером с мяч. Учитывая, что они летают со скоростью до 17 тысяч миль в час, они не так безобидны и могут повредить спутник или космическую станцию. Но есть компания, готовая очистить орбиту. Подробности расскажет Джек Парак. Гай, мы знаем, что космический мусор уже стал большой проблемой. И хотя все согласны с тем, что мы должны с этим что-то делать, мало кто знает, что именно. Вот почему я приехал сюда, в компанию D-Orbit, расположенную в итальянском городе Финно-Марнаско, к северу от Милана. Эта фирма называет себя предприятием по космической логистике. Аналог наземной транспортной компании. При каждом запуске на орбиту отправляется груз, за который заплатили заказчики. Когда эти аппараты, которые окажутся на орбите в результате 6-го и 7-го запусков компании, освободятся от грузов заказчиков, они начнут искать вышедшие из употребления спутники, чтобы извлечь из них ценные компоненты, отремонтировать их или перезарядить. Эта компания получила миллионные инвестиции.
Ее цель — сделать запуски в космос обычным делом, но в то же время безопасным для других орбитальных аппаратов. Инвестиции идут не только в космический туризм. Орбитальная инфраструктура, включающая навигационные спутники и спутники связи, также привлекает много внимания. С нами на связи из Нью-Йорка Чад Андерсон. Он возглавляет венчурную компанию Space Capital, работающую с более чем 1500 связанных с космосом компаниями, суммарная капитализация которых достигает 200 миллиардов долларов. Спасибо за участие в нашей программе, Чад. Частные полеты в космос оказались под огнем критики за то, что увеличивают количество парниковых выбросов в атмосферу. Имеет ли смысл развивать космические технологии? Несомненно, думаю, что в шуме споров многие забывают простую вещь. Мы бы даже не узнали об изменении климата без космонавтики. Чтобы справиться с проблемой такого масштаба, нужны глобальные решения. Найти такое решение невозможно без спутников. То есть космическая гонка — это не только фантазия о новых пространствах, это еще и развитие технологий, которые помогут людям на Земле справиться с изменением климата. А теперь наша постоянная рубрика «Бизнес за 60 секунд». Время пошло. Европейский центральный банк объявит свое решение по поводу процентной ставки. ЕЦБ начинает понемногу сворачивать свою связанную с пандемией программу покупки облигаций на сумму в 2 триллиона 200 миллиардов долларов, а также обещает предложить больше стимулов для стабилизации инфляции, которая достигла 5% при норме ЕЦБ в 2%. Pfizer публикует отчет о доходах в четвертом квартале и за весь прошлый год. Фармацевтический гигант заработал 42 миллиарда долларов в 2020 году не без помощи вакцины от коронавируса. По мнению экспертов, в этом году доход компании может достичь 100 миллиардов долларов на фоне масштабной повторной иммунизации. Заработает Pfizer и на антивирусных лекарствах. Компания Apple сообщит о доходах в первом квартале. Этот гигант из Кремниевой долины недавно стал первой американской компанией, чья рыночная капитализация достигла 3 триллионов долларов. Инвесторы уверены, что продукция производителя айфонов будет по-прежнему пользоваться спросом. Уложился с 4 секундами в запасе. Итак, космическая гонка набирает обороты. Интерес бизнеса не ограничивается космическим туризмом. Рекордный объем инвестиций обещает поднять космонавтику на новые высоты в ближайшие годы. Эти инвестиции принимают во внимание заботу об окружающей среде. Будем надеяться, что космические технологии помогут нам защитить климат и наш образ жизни на планете Земля. Это все, что мы хотели рассказать в сегодняшнем выпуске. Спасибо за внимание и не забывайте следить за новостями бизнеса на веб-сайте euronews.com. До следующей встречи на бирже идей.